Всем здорово, с вами Жарков Сергей, или Абуван. И мне тут прилетели небольшие бонусы от Систим. Это новенький рип Маккензи. Новый рип, по словам Дениса, он очень круто цепляет на уровне FBS. Вот. Ну и второе, это еще одни колесики Elastic Bowl. Одни у меня уже имеются, стали одними из моих любимых колес. Вот, поэтому мне, собственно, пришли еще одни. 4 колеса и 2 стикера. Колесики очень круто подойдут к вот этому комплекту, мне кажется. Розовая база у траков, розовая часть доски. Ну, им нужны будут спейсеры. Сейчас я их тоже достану и соберу этот комплект. Еще один бонус от Систим. Вот такие наисочнейшие бордрейлы от Эластику. Ну и винтики в комплекте 8 штучек. Также я собираюсь сейчас наклеить вот этот рипчик от Маккензи на вот эту досочку. Первым ощущением отличный цепкий рип, даже я бы сказал слишком цепкий. В нераскатном состоянии цепляет просто зверски, очень мощно. И если он по прочности как FBS, то это очень достойная замена. Ну что же, ладно, теперь вот собственно досочка. На этот комплект я поставил бордрейлы от Comic Zone. Это самый первый образец, самые первые бордрейлы, которые когда-либо были сделаны мной. Вот, посмотрим, как они в деле. Обкатаем этот комплект, эти колесики и эти бордрейлы.